Тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Тебе сюда нельзя. Иди своей дорогой, сталкер. Опусти оружие. Опусти оружие. Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Пока зону не сделаем, не уйдем отсюда. Права у нас такого нет. Опусти оружие. Не дай бог, мир такое выползет. Черт, как я. Сорвался как-то на базе у свободовцев кусок шифера с крыши. Зашибло кого-то. Как всегда, собралась куча народу. Все сочувствуют. Ну да, это же легче, чем шифер нормально прибить. Вот, мол, не повезло мужику. Потом пригляделись. А то не мужик, а зомби. Прямо на территорию забрел. И что думаете, стали они за голову хвататься и посты усиливать? Ни хрена. Стали еще сильнее убиваться. Это ж надо ужас какой. Развелось, мол, плюнуть некуда. Опусти оружие.
Это надо моей головой. Да, настроение хуже не бывает. И гнусь кругом сплошная. Фу, блин. Оружие убрал. Оружие убрал.
Хочешь поговорить? Убери оружие. Оружие убрал. Оружие убрал.
Атанда! Стрелок! Давай. Давай, приходи в себя. Вот. Так. Так-то лучше. Ты чего в растяжку-то полез? Память у тебя отшибла, что ли? Это ж ты и предложил такую меру безопасности. Да ладно. Хорошо, хоть живой остался. Времени в обрез. Поэтому слушай меня внимательно. Все, что ты говорил о монолите, верно. Это просто иллюзия, которую наводят из некой лаборатории рядом с саркофагом. Известно, что никто из добравшихся до... Стрелок! Эй, Стрелок! Давай. Давай, приходи в себя! Так-то лучше. Ты чего в растяжку-то полез? Память у тебя отшибла, что ли? Это ж ты и предложил такую меру безопасности. Да ладно. Хорошо, хоть живой остался. Времени бурец. Поэтому слушай меня внимательно. Все, что ты говорил о монолите, верно. Это просто иллюзия, которую наводят из некой лаборатории рядом с саркофагом. Известно, что никто из добравшихся до монолита не возвращался. Похоже, они там погибали. Так вот, пока тебя не было, я раскопал информацию. В общем так, есть декодер для открытия двери, ведущей к системе управления монолитом. Декодер спрятан в тайнике на Припяти. Координаты тайника и ключ к нему я тебе даю. Возьмешь декодер, найдешь в саркофаге нужную дверь, а там... в обстановке. Судя по всему, это единственная возможность пробраться к настоящей тайне зоны, которую ты всегда пытался разбить.
Гондурас! Оружие убрал. Оружие убрал. Зону не сделаем, не уйдем отсюда. Права у нас такого нет. Не дай бог. Короче, вот. Пусти оружие. На расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Опусти оружие. Смертельные аномалии. Опасные мутанты. Анархисты и бандиты не остановят долг победы.
победоносный путь, ведущий на помощь мирным Иди гражданам своей дорогой, Стак. Всей планеты. Допрашивает как-то погонник матерого сталкирюгу. Значит, вы признаете, что... Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Проходи, не задерживайся. Как меня угораздило. Как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Эх, если б кто помог. Нет, от судьбы точно никуда не скрываешься. Что на роду написано, так оно и будет. А все-таки накопляешь свой домик, чтобы речки и лес рядом. И не ради рации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Эх, черт. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Проходи, не задерживайся. Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Сталкер, защити мир от зоны. Вступи. Подходи, раз пришел. Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Зачем пришел? Подходи, раз пришел. Добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходить в бар. Проходи, не задерживайся. Это если подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной нахрен. Кусок бы мяса такой. Не тормози, уже, чтоб прям моя свертела. Может тебе пригодиться. Сплочащий, сочный. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Черт, молодец.
Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Как понял? Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. А все-таки на какой-то... Черт меня дернет. Как она? Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Тебе сюда нельзя. Проходи, не задерживайся. Написано, но и будет. Значит, военные у блокпоста новичка сталкера и давай парить. С какой целью вы в нетрезвом виде пытались проникнуть на территорию зоны, имея при себе незарегистрированное охотничье ружье и патроны к нему? А он, значит, похмелье, как будто все задолбало и говорит. Пьяный. Проходи, не задерживайся. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Нет, от судьбы точно никогда не скроешься. Моя информация может тебе пригодиться. Что на роду написано, так оно и будет. Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Ничего, нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба кручу. Если кто поможет. Пацаны у всех в натуре есть, а я один вроде лох получаюсь. Ну, сталкер обалдел. Так это же, как говорит, артефакт такой радиоактивный. Новичков нынче, что собак нерезанных. Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Thank you.
Оружие убрал.
сейчас!